Всем привет! Вы смотрите новое видео на канале Gavrin Sound Around. И сейчас мы обозреваем тот маленький педалборд, который я собирал в прошлый раз. Как вы могли увидеть уже на прошлом видео, я собрал этот педалборд всего из трех педалей. Сейчас на крупном плане вы увидите, как он выглядит в данный момент. Так, вот здесь у нас из гитарной кабель идет в Jam Pedals Tube Dreamer, затем в DNM Drive и потом в Talisman. Настройки педалей будут меняться, я буду показывать вам в зависимости от того, какую музыку я играю. Ну, отдельные обзорные педали вы можете посмотреть на моем канале, как, например, я делал на DNM Drive. В скором времени будет сделан также на Tube Dreamer и Talisman. Интересно, как они будут друг с другом звучать вместе. И вот, например, мой чистый звук. Как вы можете слышать, абсолютно сухой и, ну, такой звук, он не совсем органичен. И, естественно, для этого мы включим ревер. Включу талисман. В талисмане можете увидеть, что у меня настройки volume на 50, микс чуть меньше половины, хай-пас на чуть больше половины, время где-то тоже чуть больше половины и пределы на нуле. Вот такие настройки позволяют мне иметь звучание такой небольшой комнаты средних размеров, при этом не перегружая сигнал низкими частотами реверберации, которые могут замыливать звук. Следующая педаль — это DNM Drive. Обычно я не включаю две стороны одновременно, я использую каждую из сторон для разных целей. И вот сейчас у меня левая сторона стоит в режиме минимального гейна, правая где-то среднего такого перегруза. И затем идет Jam Pedals, которая у меня тоже в режиме такого минимум гейна стоит. Для чего? Для того, чтобы можно было состыковать эти две педали между собой, то есть Tube Dreamer левую сторону, Tube Dreamer правую сторону, вот, чтобы они слишком сильно не перегружали сигнал и звук оставался читаемым. Вот как звучит Tube Dreamer с Talisman. Сейчас послушаем DNM Drive вместе с Tube Screamer. Всем спасибо, что смотрели это видео. Если вам интересно, ставьте, конечно же, лайки. Скоро выйдет еще несколько обзоров на мои педальки. И, возможно, клипы на новые песни, ну и всякое такое интересное. Так что подписывайтесь обязательно, не пропускайте новостей, ставьте колокольчик. И до новых встреч!